you feel no pain. Yeah, I swear I got this shit that leave these bitches on the same. Канал Хаш Лаваш, и сегодня, короче, мы решили собраться на парковке Возмола. Там будет проходить фестиваль крутых тачек, выставка, и по громкости, по музыке, короче, у кого звуковой батл будет, короче, все заебись. Сегодня у нас 24 апреля, погода офигенская, жарко. Один едет, блять, в куртке в зимней, один в рубашке. Заебись. Короче. Я мерзляк. Вчера, кстати, тоже там было на парковке. Только там был с крутыми тачками дрифт. Они там всякие делали. Ага. Ты понимаешь, что когда ты дружишь с негритянкой, она тебя кидает. То есть процент того, что тебя кинет негритянка, намного меньше, чем обычная девочка русская, да? Ну вообще. Они же кидают чаще, понимаешь? То есть наши непонятно еще тоже там как лучше или хуже. Наши кидают чаще, потому что они их больше. А негритянки, они должны цепляться за нас. Но они все равно кидают, суки. Они опылились. Опылились, да. Кстати, она такая пафосная негритянка. А я бы даже сказал, она не негритянка, а какая-то мулатка. Она красивая, но беспонтовая. Потому что она, блядь, сумасшедшая. Вот. Короче, дело не в этом. Дело в том, что надо сейчас заехать куда-нибудь пожрать, какую-нибудь харчевню. Давай где-нибудь остановимся, купим пирожок. Пиццу, пирожок, хуежок. Я хочу жрать, я... Что у нас по плану? Ну, по плану мы сегодня будем смотреть охуенные тачки, покажем вам, что у нас творится в Краснодаре, какие охеренные тачки приезжают, какой у них звук, вот, как они умеют сильно. Простыл я, как обычно, попал под ливень недавно, 3 дня назад. Дела херовые. Тёлки нет, простыл, блядь, машины нет. Нихуя нет. Короче, все, жизнь говно. Жизнь боль. Пиздец. До чего докатились? Даже негритоски кидают. Даже негритянки кидают, которые, блядь, с Эфиопии или хер ее знает откуда она. А потому что, Олежек, тебе мало лайков ставят, понимаешь? Потому что надо подписываться на канал, да, ставить тогда... пальцы вверх. Оставлять комментарии. Все будет хорошо. Оставляйте. Ребята, самые хуёвые. Давайте ему поможем. Хорошие комментарии не пишите. Пишите только дерьмо. Я буду читать только дерьмо. Хорошие вот это, молодец, заебись, это все не то. Пишите там, блядь, долбоёб. Хуёво снимаешь, хуёвая обработка, музыка дерьмо. Много говоришь. Много пиздишь непонятной хуйни. Короче, все это голос говно, можешь вообще не говорить. Радио говно. Подписывайтесь на наш канал. Короче, будем снимать такое же дерьмо, выкладывать в интернет, чтобы получать дохуища бабла. Вот. Будет реклама, через каждые 3 минуты видео будет реклама. Вот видео будет на 57 минут, а реклама будет через каждые 3 минуты, чтобы вы заебались смотреть ее и переключали канал, то есть не досмотрели видео до конца. Я вот люблю вот так включить самое большое видео и листать его вот так. Хоп-хоп, через каждые 10 секунд пролистывать, даже через каждые 10 минут. Это что, хочу мне пицца? Пицца. Так, сейчас пойдем, короче, покупать пиццу. А у меня где-то тут кошель был. Так, значит, все взяли, телефон взяли. Пойдем купим пиццу. Если пицца не нужна, то пицца, а не пицца.
Пальма, Палермо. Так, что будем брать? Смотри, вот тут. Как обычно, блядь, два дурачка пошли покупать пиццу. И нихуя ничего мы не можем, блядь. Даже пожрать нормально не можешь. Видишь, какие мы неудачные? Да. Карты не берут. Что за город, блядь? Город Краснодар, считай. Самый... Одних инвалидов. Инвалидов. Если, судя по парковкам, считать. Но... Не, парковки какая разница, парковки. Инвалиды то, что не могут нормально сделать. Этот, как... Кого они не могут сделать? Прием карт. Короче, мы приехали, да. Решили пожрать. Наконец-таки мы приехали. Тут уже народу хуева куча. Чучело хуфуча. О, пицца. Давайте затестим пиццу, которую нам сделали. Нереально круто. Да, офигенская. Блять. Самого фонда. Спонсор Dynamic State Technology. Переводится как динамическое состояние технологий. Наш молодой, но динамично развивающийся бренд. Воспитанный в лучшей традиции в Южно-Российской автозвуковой школы. Сука вновь пишет Лев Директ. Она знает, у кого большой чек. Здесь моды, скруджи и чест. Блэкстар команда The Best. Берегите свои головы. Летят шапки во все стороны. Наш товар на горяч прямиком на рефюзе. Yeah.
очень громкую. Пиздец, какую громкую. По-моему, она выебет всех, да? Она громкая, но басов у нее нет. Да, он, наверное, не навалил басы, потому что она очень громкая. А она... ты видел вот та вот тачка, вот так вся задняя? Да. Сейчас мы, короче, купим водички и пойдем дальше тусить. Я поэтому со своими четырьмя динамиками в салоне вообще могу заткнуться. Да ты, у тебя вообще I'm gonna get you.
I'm the gang, and we rep to the scene, we gon' get it, boy.
on for now, let's pop some pills and get fried. After all, do you have any idea how many times I've died? Короче, вот подходит к концу наша автопати. Идем домой оглушенные. Короче, нормально все прошло. Только пиздец, ничего не слышно. Короче, кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Не, не ставьте, ставьте палец вниз. Чем больше пальцев вниз, тем лучше. Хейтерам привет. Кому? Хейтерам. Кто такие? Ну, это которые любят ставить там дизлайк и комментарий говновый написать. Короче. Походу я к ним отношусь. Да. Хейтер, блядь. Я хейтер. Хипстер. Мне сказали, я фрик, короче. Фрик, хипстер и теперь еще и хейтер. Вообще. Короче, пиздец. ВХХ я. Фрик, хейтер и хипстер. Все, всем привет, пока.